Простой фитнес-трекер без лишних изысков. Сегодня познакомимся с Jet Sport FT8C. Начинаем с комплектации. В нее входит браслет и документация. Адаптера питания и провода для зарядки нет, потому что коннектор для зарядки спрятан в нижней половинке ремешка. Снимаем ее и помещаем коннектор в обычный порт USB на компьютере. Или, например, в адаптер питания от смартфона. Не всем понравится снимать каждый раз ремешок, но зато не нужно носить с собой дополнительные провода для зарядки. А вот что точно оценит каждый, так это защиту корпуса по стандарту IP67. Браслет не боится пыли и погружения на глубину метра при продолжительности не более 30 минут. Теперь об экране. Это небольшая TFT панель на 0,96 дюйма с разрешением 128 на 80 пикселей. Под экраном расположилась сенсорная клавиша для управления браслетом. По набору функций все стандартно. Уведомления о звонках и сообщениях, отслеживание пульса, калорий, шагов, мониторинг сна. Все данные синхронизируются с мобильным приложением MyJet Sport для iOS и Android. Браслет работает до 3 в активном режиме и до 5 дней при умеренном использовании. Подведем итог. Этот умный браслет не предложит бесконтактную оплату, кастомизируемые циферблаты и ответы на входящие сообщения. В общем, он не старается заменить умные часы. Это максимально простой фитнес-трекер для тех, кто хочет познакомиться с этим классом устройств и не переплачивать за дополнительные возможности.